Друзья, приветствую! Продолжаю вас знакомить с блеснами от компании Химера. Сегодня на обзоре будет блесна Бионик. Блесна выходит вот в такой упаковочке, подвешенная там. Вот она подвешена, я ее уже просто вскрывал, здесь она хорошо упакована. Покрытие очень хорошее, блестит на солнце. В воде также играет отлично. Видно прямо издалека, как она поблескивает, когда на проводке делаешь. Блесна имеет пилькообразную форму. Крючочек небольшой, тройничок. Также есть в исполнении с одинарным крючком. Так как блесна рассчитана на ловлю всего хищника, голавль, форель, то есть вот с одинарным крючком, как раз для форелевой рыбалки. Тело у блесны узкое, вес есть 9 граммов, 12 граммов, 18 граммов, 21 грамм. Узкая продолговатая форма блесны, за счет этого блесна очень летит хорошо, и у ней высокая точность заброса. Можно забросить «мама не горюй» вдаль, улетит очень хорошо. Блесна выполнена волнообразно, поэтому у ней небольшая колебательная есть амплитуда. Имитирует прям хорошо небольшого малька. Поэтому самое то на жереха, на голавля. Как раз жерех любит такие формы в виде малька. На быстрых реках тоже хорошо проводить, так как тело узкое, против течения играет хорошо небольшими колебаниями. Также у блесны хорошая игра на падение, колебательная. Поэтому эту блесну можно вполне использовать в отвес. На хищника также и на судака пойдет. Вполне хорошая игра у ней. У производителя Химеры очень большой спектр цветов. Вы можете ознакомиться им, перейдя по ссылке в описании на их сайт. Блесна выполнена качественно. Есть с блесками, есть просто без блесок. Также есть одноцветные, есть с переливами. То есть вот три цвета. Покрытие у блесен очень хорошее. Я пробовал прям крючком царапать. Вот, видите? Царапины, конечно, остаются от крючка, но они очень маленькие, и покрытие не отколупывается, а именно маленькая царапина появляется. У меня такая блесна уже была в моей коллекции. Я на нее рыбачил, ловил окуня. Как я уже говорил, у блесны очень хорошие характеристики полетные. Летит даже против ветра очень хорошо. Можно закинуть на метров 100. С хорошим спиннингом, может быть, даже на 150 ее швырнуть. Поэтому на жереха, я думаю, в нашем регионе, особенно в Самарском, подойдет. Крючки сделаны из качественной проволоки, не разгибаются, не гнутся и не ржавеют. Блесна у меня в коробке лежала, я их никогда не сушу. За год не проржавело ни капельки. При быстрой проводке блесна идет ровно, с небольшими колебаниями. Под жереха, под голавля самое то. Также, как я говорил, уже есть на форелевые крючки. Я на форель ни разу не рыбачил. Может быть, это будет в будущем. Друзья, заходите по ссылке в описании. Посмотрите, ознакомьтесь с расцветкой, какие цены. Все оставлю в описании для вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментируйте, пробовали ли вы эти блесна уже. Всем здоровья! Пока!